Зови. Эй-эй-эй! Лиса! Выходи! Пришли тут кто, кое-кто, это тебе это. Кто это? Зайца, блядь. Ну все, лопнуло мое терпение. Сейчас как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по заколочкам! Ой. Сейчас я тебе покажу клочки. Ой, медведь. И закоулочки тоже покажу. А ну-ка, выходи. Простите, пожалуйста, Михаил Потапыч, я вас не приметила. Не приметила. Сейчас приметишь. Ой, а ну-ка, иди сюда. Одну минуточку, одну секундочку. Сейчас я приду. Вот куда? Михаил Потапыч. Чего? Она тебя испугалась. Еще бы, меня все боятся. Ага. Лиса. Здравствуйте, Михаил Потапыч, светлый сизый сокол. Рада вас видеть. Лиса, ты чего вытворяешь? А что случилось, Михаил Потапыч? Ты зайца из дома выгнала? Ой, выгнала. Выгнала, а он меня разбудил, ходит по лесу, кричит, орет, плачет. Разбудил меня на 3,5 дня раньше. О, на 3 дня раньше срок? Угу. Так доброе утро, Михаил Потапыч. Не желаете ли позавтракать?